Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Темный Ливс грабил пиратов по ночам. Он лез на корабль, сундуки кидал себе в лодку. Делал он всегда это четко. Пошли дорога через лес, вдали головорез. Путь перекрывает им, головы кивает им. Ты вагон свой открывай и сундук не отдавай. Только Чарльз и Ливси хотели сбежать. Пожиратели вдруг начали возникать. Окружили и вытряхнули тот сундук. Взяли Ливси и подвесили на крюк. Чарльз вместе с ними дерется. И у Ливси кофточка. Он с крюка на дорожку, пожирателю дал подножку. На сундук свалился бедняга, крышка поднялась, а там фляга. Пожиратели все столпились и из фляги что-то напились. И вдруг начали уменьшаться и в траве зеленой теряться. Чарльз и Ливси этих профанов. Девушка друзей легла поспать, снится ей паровоз опять. Будто к ней подкрался и поймать пытался. Она проснулась, вышла погулять. В это время Томас тоже спал. Снилось, что он девушку поймал. Сразу он проснулся, сладко потянулся, но пустые лапы увидал. Она во дворе на качельках сиди, ну а паровоз рядышком тормози. Увидел он девушку из своих снов, потер он лапы, вот какой улов. Подкрался к ней, мешок на голову ей надел, утащил к себе, но видел тот беспредел. Синий кружок смотрел из окна, увидел, что похищена она. Он не растерялся и друзей всех собрал вместе побыстрее. Пошли искать подружку, зеленый взял хлопушку. Пришли к пещере Томаса скорей. Зеленый прям открытое окно хлопнул, и там теперь темно. И сразу от испуга паровоз подругу выкинул и закрыл его. Картон Кэт и Томас в лес пошли. Заблудились, чей-то дом нашли. Дверку приоткрыли, а внутри все в пыли. Сразу убираться пошли. Все отмыли и включили свет. Быстро приготовили обед. И за стол присели, но кушать не успели. В дверь валился поезд людоед. Пасть он открыл, да как заревет. Скатерть смахнул и как нападет. Обоих друзей вмиг изловил, связал на диванчик, посадил. Встал над ними, пасть открыла, льется слюна. Только вдруг в глазах его возникла слеза. Он разрыдался, что хочет опять в доме грязном мил проживать. Он любил ужасно свою пыль, и в кладовке жил его мотыль. Лапы он об стену вытирал все время, и стакан в грязных воду пил. Стало жалко картону его. Томас в руки взял свой телефон. Мусоровоз подъехал, скинул и уехал. Все помой на вот этот дом. Пауки собрались и рядом, чтобы сделать вместе обряды. Томас, Хаги, диджей и Картун вместе погадают на картах. И хотят они
потом вызвать призрака без всякого смысла. Нанесли ненужного хлама, скинули его прямо в яму. Хаги принес перо, а картон решето. Томас нашел в грязи старые жалюзи, а диджей старается притащить, пытается целый ящик огурцов. Он стащил их со складов. Скинули это в яму и подожгли. Стали и заклинания читают они. Вдруг из пламя взметнулся вверх силуэт. Это из другого мира Cartoon Cat. Растянул свои он лапища, пауков схватил и в огнище. Сунул их и в свой мир отправил. Сам же здесь он домик поставил. Ну а пауки в новом мире глазки все открыли пошире. Состоит мир из Cartoon Cat'ов, миллионы их в мире этом. Как-то в страшном фонде SCP радужных друзей приволокли. Статуя и скромник вышли из комнаты. Радужных искать они пошли. Разбежались в панике. По комнатам дальше пошел, только никого он не нашел. Статуя весь фонд 10 раз обошла, только тоже никого она не нашла. Ну хватит искать, им не сбежать, лифте темного пора позвать. Вот на кнопку скромник нажал, и открылся в комнате портал. И оттуда темный вышел недовольный, но искать друзей. Лапы показались его дела. Он сошел с дороги.